Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я постряпаю вареники с рыбной начинкой. Здесь у меня начинка рыбная навага. Я ее отварила, разобрала, лучок пожарила на масле на растительном, посолила, поперчила. Дальше идет у нас масло растительное, соль, простая вода, 2 яйца, мука. Все. Будем заводить тесто. Сюда мы выливаем 3/4 стакана водички. Так. Дальше разбиваем сюда 2 яйца. Потом мы берем сюда соли. Щепотку соли. Так, хватит. Все это будем перемешивать. Можно добавить еще сюда масло растительного. Это тоже по желанию. Капельку. Ложки 3. Соль у нас растворилась. Дальше берем муку. Муки у нас примерно тут уйдет, наверное, пару. В общем, где-то примерно стакана 2,5. Я сейчас буду понемногу добавлять муку и перемешивать. Посмотрим, сколько муки войдет. Тесто у нас возьмет. Так, здесь у меня уже ушло где-то примерно 2,5 стакана, еще маловато. Тут еще, видите, зависит от клейковины муки. Если она плывущая такая, то значит будем замешивать дальше мы рукой. Так что дело. Тесто у нас готово. Все, мягонькое тесто, хорошее. Пусть оно полежит где-то. У меня примерно муки стакана 3 ушло. Лежит. Прикроем маленько. И пусть оно минут 10 постоит у нас. Все, будем раскатывать тесто наше. Плывет оно, зараза, у меня. Плывущее тесто. Скорее будем раскатывать, а то он у нас подсыхает. Пополам. Будем делать, вырезать выемкой. Можно, конечно, колбаску делать. Скатывать можно. Квадратики вырезать. Что делать? А мы вот так делаем. Да прикроем сейчас кусочек этот наш. Так вот, целлофаночкой. И поехали. Будем раскатывать лепешку нашу. Вода там у меня уже, я включила компорку с водой, кастрюлю с водой. Ладно, не при... дальше не прилипнешь. Видите как?
Как обычно. Толстое, конечно, не надо делать. У нас будет одно тесто. Произвольно сейчас мы быстро накатаем. И поехали. И поехали. Куда вырезать будем? Режем. Опа. 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 Проще было бы колбаски накатать и все уже. Вот. Быстро было бы, побыстрее, конечно, получилось бы, чем вот это вот вся. А вся, конечно, красивая. Потом колбаски накатала. И сюда же начиночку мы. Делаю потом побольше я. Колбаски делаю побольше. Сильно маленькие будут у меня. Просольно вот так вот. Вот это сейчас мы колбаской накатаем побольше. Покрупнее делаю я. О, большие будут. Вообще будет здорово. Классненько будет. О, большие будут. Какие хорошие. Это хорошо залепили. Вот маленькая. Ушки им делали. Поехали. Пойдем, там у нас вода уже закипела. Ага. Нифига она не закипела. Тут закипает. Закипает. Слушай. Это берем и подсолим. Ух. И масло сюда такие растительные. Оп, отольем. Такие вот наши вареники. Потихоньку. Там еще такая возьму. 4.
Ой, еще эти такие домита хватит нам. Вот. О. 3, 4. И мы аккуратненько вот так вот их. Ого, чтобы они маленько отлипли. Ну вот, пусть они у нас варятся. Закрываем крышкой. Ну, пусть варятся. Все, вареники наши покипели. Хватит, они уже у нас готовы. Берем ложечку дырочками. Оп, и выкладываем их. Хорошая. Они сейчас из-за яиц у нас разбухли, а потом пух! И маленько сядут. О, какие красавцы. Красавцы. Бомбочки наши. Бомбочки. Тю-тю-тю-тю-тю. Ай! Упал. Это у нас, значит, наши домовые кушать хотят. Вот. Ну что, дорогие мои. Все, как-то так. Так получилось у нас. Берем сметанку, зелень, любой соус. И вперед. Все, дорогие мои. Вот такие у нас вареники получились. Всем приятного аппетита. Пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube канал «Рецепты мудрой мамы». Всем здоровья, удачи. Всем пока-пока.